Сегодня в меню – десерт сердечный. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Киви – 2 штуки. Сливки – 50 мл. Сахарная пудра – 50 грамм. Сыр сливочный – 200 грамм. Хлопья кукурузные – 50 грамм. Тесто – 50 грамм, песочное или слоеное, по желанию, для украшения десерта. Легкий крем, хрустящий и фруктовый слой, разве кто-то откажется от такого удовольствия? Украсьте по своему вкусу и чудесный десерт готов! Подготовьте все необходимые ингредиенты. Подготовьте крем. Сыр взбейте миксером со сливками и сахарной пудрой до воздушности. Очистите киви. Нарежьте полукругом и кругом. Круги выложите на дно креманки или бокала, а полукругом выложите бортик. Добавьте крем и посыпьте хлопьями. Остатки киви нарежьте кусочками и положите на хлопья. Затем снова крем и хлопья. Десерт готов, осталось украсить по своему вкусу. Можно заранее испечь печенье в виде сердечек из песочного теста. Также можете использовать листики мяты и свежую малину, фантазируйте, как вам угодно. Изысканный десерт, который может удивить детей или стать красивой точкой романтического ужина. Готовится легко и просто, а выглядит весьма загадочно и интересно. Обязательно попробуйте. Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!